добрый день, достойные потомки ветеранов Великой Отечественной войны. Мы приветствуем вас на историко-культурном комплексе имени Сталина и от всей души поздравляем 79-й годовщины Великой Победы! Ура! Где конкретно, скажи, где ты стоишь? День Победы! Кто подарил победу нам, завершающему этапу Великой Отечественной войны, посвящается. Последнего года Великой Отечественной войны. К этому времени сформировались условия для полного окончательного разгрома Гитлеровского Третьего рейха. Приехал уже. Она началась 17 апреля и закончилась 2 мая 1945 года. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия. Что они делают? Курма Валовского Германии. И поеду 60 частей купинного украинского. Че? Вон танки едут. Мама, почему мирная? Если будут стрелять, не испугайся. Напишите, танка, ракета, космос. Смотри, едут. Как она выглядит? Он немецкий. Активировал 24 апреля в Москве силы 5-й Германской армии продвигались вперед на Берлин. Вон танки едут, видишь? Но это Берлин, они не... Когда они стреляли, тысячи подростков из Берлина были выдвинуты в штурм. Сначала марша по штатному приказу Война будет? Вау, я вот что будет гореть. Вон оттуда сейчас наши пойдут. Ты видишь, как стреляют? Да, мне интересно! Еще в середине апреля Гитлер обратился со специальным программным солдатом Восточного фронта. Мало зрителей. Он призвал их во что бы то ни стало. Нет, мама, мало людей. Слушай, один, два, три, четыре. Восемь людей. Сейчас, один, два, три, четыре людей там. Или отдаст приказ на обгон. Пошли, видишь? И пойду на эту браку. Я хочу, чтобы этот дворец...
Ничего, собирайте на нас стрелять. Чему не дергаете, записываем? Оборонять столицу до последнего человека и до последнего патрона. Каждый утраченный дом. Мама, смотри, едут эти немцы. 4 года? Война была. 6 года была война. Да. 6. Длилась война. С 39 по 45. Война длилась, да? Ну да. Камера, камера. Германское командование в данном населенном пункте стремится разгоняться полосу. Но где прифронтовая полоса? Красная армия наступает по всему фронту. Красная армия — это наша. Да, правильно. Немножко не только не а зеленая армия — это не наша. Вон, видишь, уже в доме стоят солдаты, а население убрали. До свидания. Теперь солдаты в доме. Танки едут. Куда они идут? Вон танки поехали. Убрали их в подвал. Зачем? Ну, оберегают, потому что наступление. Красная армия. Танк нет. Thank you.
там пушка. Надо видно. Надо про звездочки. Вон вдруг наши прибежали. Мы приказали отдохнуть, взять высоту и к окнам приперяться. Он может умереть на высоте. Не бойся. Я не боюсь. О, мама, там какой-то флаг. О, там это наш флаг. Моряки. Он уже кормит людей там. Там уже кормят, они там кушают. Смотри, люди, чтобы еще было. Медики там едут. Смотри, пушки тащат. Мама, Не мешай. Очень много тяжелой жизни. Гражданское население оказывалось перед угрозой голода. Однако советское командование организовало раздачу горячего питания гражданским людям, что спасло многим вернуться от голода. А вот квадратный темп, это... 15! Мама, где? Машина едет. Как это машина, интересно? Происходит перемещение. Наверное, машина оружения. Мама, наверное, машина оружения. Да, мама. Это самое. Мама, будешь стрелять прямо каких-то этих танок. И вот там написано «Берлин». Сейчас бабахать. Сейчас немцы наступать. Да. Им немцы сейчас будут стрелять опять будут, не пугайся. Я не пугаюсь, мне очень интересно, как из танка стреляют. Очень интересно, не видел. Не зря ты тут сидел уже на столько времени. Выполняя приказ верховного командования. Тут вообще сейчас папе на голову сядешь. Немецкие части выдаты из гарнизона. Провели перегруппировку и стремятся готовиться выбить подразделение Красной Армии из занятого населенного пункта. Что, пункта? После перегруппировки начинается попытка отбить опорный пункт. Thank you.
Немецкое командование обращается с просьбой провести переговоры. Наше требование только одно. Полная и безоговорочная капитуляция. Где слева? Нет. Ну, а где вот там? Сказали, предложили капитуляцию. Вот тут? Да, без всяких условий. Какие-то там какие-то... Командование производит перегруппировку сил атакующий опорный пункт. Кто это? Кто это говорит? Дядя. Это говорит Москва. Все, сиди, слушай. Да машины там ледут, передут. Тёма, я записываю, ты такие слова ещё говоришь. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Нельзя так делать. Уничтожение врага. Враг не сдался. Переговоры. Победили! Не, наши победили. Эти
сдается. Руки снял, поднял, вернее, и идет. Сиди. Yeah!